Сегодня для того, чтобы пройти это хобби, мне понадобится рисовать колеса разных вообще форм. И, собственно, готово. Слушайте, едет довольно спокойно, но да, из-за того, что она неровная, едет не супер быстро. Опа, первый этап мы закончили, теперь второй. Оп. Давайте, ну, слушайте, эта машинка спокойно проедет этот этап, так что можно не беспокоиться. Ну, слушайте, тяжело. Нам нужно сделать что-то покруче. Давайте мы, может быть, попробуем, к примеру, сделать крутку бесплатную. И что нам дают? 25 побед. Странно, но допустим. Так, смотрите, мы можем взять фиолетовый. Ну, давайте возьмем фиолетовый, чисто в честь Андромайна. И, что? Что? В смысле? Так надо было еще взять. Так, чисто ради Андромайна возьмем. Я так-то любимый цвет зеленый, ну окей, так, ладно. Дальше, как новый нарисовать? Респаун, нет, дроп. Так, значит, смотрите. Нам нужно какое-то новое колесо, чтобы как бы это все дело переехать. А как получить больше краски? Не получается. Так, ладно, давайте тогда попробуем сделать, не знаю, ровное колесо, что ли. Да, ровным его, конечно, не назвать, но, может быть, новая версия тогда будет лучше, а? Так и... Ну давай! Так, ладно, стоп, у меня появился новый план. Смотрите, какие нам нужны колеса. Такие вот непонятные, чтобы уж точно, смотрите, оно поехало. Смотрите. Вот это 100% вариант, смотрите. Они, короче, будут цепляться, понимаете? Да, ребята, я гений. Соответственно, это испытание, да. Это испытание мы точно так же на изи пройдем. Капец, мы чуть не грохнулись, да. Сложно управлять машиной, когда у меня такие колеса. Так, ладно, дальше делаем нормальные такие вот кругленькие колесики, да. Ну, кругленькие, конечно, это тяжело сказать, но в любом случае хоть что... Хоть что-то. Ну да, уж только надо еще как-то нормально заехать. Да. Кругленькие колеса, чем они ровнее, тем быстрее мы едем. Так, стоп, это лазеры? Нет, мы просто мимо них должны. Между них должны проехать. Но тут любые колеса подойдут. И понятно, в чем прикол. Здесь все равно есть круглые пройдут. И здесь тоже круглые пройдут, ведь мы это уже тестили. Слушайте, да, дальше что-то легко слишком. Вот это был сложный этап. А дальше вот все как бы изи. Ну и хорошо. Так, опа, уже посложнее. Давайте что-нибудь интересненькое. Мне прям мега интересно. Так, вот это уже беда, ребята. Тут надо, смотрите, что сделать. Оп. Отлично. Тут нам нужны квадратные колеса, как в Майнкрафте. Да, тяжело ехать, все дела. Но зато, посмотрите, они точно провалиться не будут и буду переезжать. Ха-ха. Я просто гений. Здесь нормально. Здесь есть острые места, как бы. И они, в принципе, должны зацепливаться. И у нас это получилось. Слушайте, они даже быстрее, чем круглые колеса. Надо в реальном мире, да, попробовать. Так, ладно, и здесь изи. Знаете, мы нарисовали колеса. Очень долгое время мы можем с ними ехать. Ну, не очень долго, но какое-то время мы можем с ними ездить. А потом начинается что-то новое. Вот, к примеру, здесь. Как вот здесь проехать? Здесь довольно просто. Здесь вообще подъем самый обычный. Не понимаю, в чем здесь вообще проблема. Здесь любые колеса, мне кажется, проедут. Кроме палок каких-нибудь. Опа, здесь, наверное, посложнее. Да, ребята. И давайте мы попробуем тот самый вариант, который мы уже использовали. Вот такие вот всякие... Нет, ребят, по новой. Нам нужны вот такие вот всякие острые колеса. Да. Давай, спавни. Спавни меня эти колеса. Отлично. Они будут, смотрите, они своими острыми концами будут цепляться. Да. Вот видите, они начинают цепляться и забирать. Ну, что-то не в этот раз. Потому что я как коряво нарисовал. Давайте смотреть по новой. Оп. Отлично. Сейчас, смотрите, 100% сработает. Вот, готовьтесь. Опа. И погнали, ребята. Вот, смотрите, первое колесо, второе, третье и четвертое. Вот, я же говорил. Вот, отлично. Давайте теперь нарисуем нормальные колеса, чтобы мы быстро проехали это все. Получились они, конечно, какие-то квадратные, но не суть. Зато, посмотрите, маленькие, удобненькие и профессиональненькие. Вы посмотрите, как гонят круто. Так, а вот тут надо, самое главное, подобрать центр. Отличненько. И тут у нас что? Здесь у нас ямочки. Даже горочки такие. Опа, тяжело на самом деле. Тут да, если что, нужно было попробовать такие шипастые, но не пригодилось. Отлично. Дальше на что? Просто мини-подъемчики. Изи. Кругленькие, самое то для таких испытаний. Дальше просто по прямой, даже ямки не сильно не глубокие. Так что изи. Тут самое главное проехать ровно вот так вот между... они слишком гигантские. Как мы тут между-то проедем? Так что все понятно. Хорошо. Кстати, есть какой-то магазин. А тут чисто все, которое за робоксы. Здесь как будто бы больше вроде как ничего нет. Я хочу свой цвет тоже взять на самом-то деле. И все. Давайте все-таки с моим любимым цветом теперь поедем. Потому что с фиолетовым погоняли, теперь с моим надо. Да, ну с любимым цветом Андромайна. Любимым цветом Андромайна. А теперь моим, да, вот так все четко. Чтобы это самые разные трассы, это все не одна. Елки, прям прикольно. Так, ладно, и... смотрите. Тяжело, что-то не едет, смотрите-ка. Ну тогда у нас приходят наши, я не знаю, какие-то ежики. Давайте их ежиками называть, вот эти вот, которые с загугорками всякими. Посмотрите, ежики идеально по неровным поверхностям. И где надо сбираться едут. Так что ежики прям красавцы. Ну вот дальше ежики, конечно, слишком медленные. Но, не убираем раньше времени ежиков, поскольку здесь будет сейчас лестница. И на всякий случай лучше бы их взять. Да. Все, давайте мы поставим нормальные какие-нибудь колеса, только давайте мы на всякий случай вот это переедем, потому что ежики, они любые поверхности, ну, в смысле, высокие, переезжают. Так что давайте возьмем кубички, потому что кубички в прошлый раз гнали очень быстро довольно. И хорошо. Так что давайте мы их снова возьмем. Смотрите, сейчас как поедем резко, вообще офигеть. Опа! Вот кубички красавы, да. Только надо ровно по центру поехать. Ровно по центру, говорю, поехать. Так, ладно. И да, японский, ровно по центру, говорю, поехать. Ладно, мы едем, значит, скорее всего, залезем. Отлично, да. Едем дальше, ребята. Едем дальше. Слушайте, ну если вам понравился этот видос, и возможно.
Возможно, мы тогда сделаем еще одну часть, потому что здесь много трасс, и можно разные, естественно, сделать машинки и разные шины. Так, ну я думаю, с каждым испытанием будет даваться больше краски, да, скорее всего. Так, дальше мы берем ежиков наших. Так, давай, ежики заспавнились, отлично. Но ежики должны здесь проехать. А, слишком такие, слишком ровные ежики, понимаете? Нам нужны вот такие вот всякие непонятные. Да. Чем больше загугорен, тем лучше. Так, давай. Во, вот эти должны 100%. Сейчас, смотрите, мы поехали. И просто! Опа, Рубилова, Масилова и Мещилова! Пау-пау! Ну, блин, тяжело, все равно тяжело заезжать. Но хотя нет, погнал, смотрите, как хорошо. Да, поворачивать на таких очень тяжело, но зато, вот по таким поверхностям на изи проезжают. Оп-оп-оп, и самое главное повернуть. А когда еще неровные, вот такие вот всякие штуки, еще тем более сложнее поворачивать. Так, дальше едем вот по этим. Так, по лестнице поднимаемся и... Ага! О, уже 41 испытание, осталось немного до финала, ребяточки. А, ну при этом прогресс 44 уже, смотрите, скоро финал. Капец, я что, все еще на ежиках еду, я уже забыл на самом-то деле. Ну ладно, тут скоро, я думаю, ежики снова пригодятся, так что ничего страшного, поедем на них дальше. И, так, давайте тут проезжаем, тут надо между вот так вот и... Алло, я же между еду, а, ну нормально, все, проехал, так. Слушайте, ежики все равно, они какую-то скорость прибавляют, так что нормально. Оп, смотрите, вот по таким неровностям вообще на изи. В принципе, по таким неровностям все пролетает на изи, а вот здесь вот уже тяжелее, на самом-то деле, ежики еле справляются и... А-а-а! Ребята, куда? Так, ладно, окей, все нормально. А, господи, я думал, меня на самый старт и покнули. А вот зачем было моих ежиков уничтожать, непонятно. Все, берем наши новые колеса, только они какие-то круглые получились, по-моему. А, ну да, но имеется в виду, немножечко отделенные места есть, но не суть. Зато смотрите, как хорошо справляюсь. Видимо, вот эти отдельные шарики, которые там остались, тоже как-то помогают. А, отлично, едем дальше. А, точнее, не шарики, а точки, наверное, правильнее. А, дальше тут. Давайте мы просто сделаем нормальные какие-нибудь кубические. Да, я теперь буду делать только кубические, круглые здесь не будет, поскольку кубические колеса лучше справляются. Да реально! Почему тогда, зачем тогда изобретали вообще круглые, непонятно. Вот, кубические, смотрите, как идеально едут. Ладно. Все, мы и так прекрасно понимаем. Давайте, ну, только вот сюда между. Осторожно. Нет, колесо, если застрянет, хана. Ну, все нормально. Ребята, 50-е испытание. Это финал. О, подряночка, смотрите, видимо, мы. Первое. Победа. Все, ребята, мы это сделали. Офигеть, у нас теперь открыт второй мир. Ну, точнее, вторая полоса, потому что, ну, как бы, все эти миры, они как-то слишком близко подозрительны, что их из одного мира видно другой. Ну, докажите. О, и смотрите, мы в будущем можем брать разные другие тачки, это будет вообще классно. Так, ладно, давайте мы просто что-нибудь сейчас нарисуем, чтобы у нас скрылась эта панель. Ну что ж, ребята, на это я буду постепенно заканчивать нашу первую серию. Ну, если вам понравится, то будет, конечно, еще одна по этой прикольной игре. Я не могу, реально, тут прикольно, можешь гонять все дела. Это, на самом деле, реально гениальная игра. Ну что ж, ребята, всем пока-пока.